приветствуем вас в игре от компании EA Sports FIFA 2007. Я Василий Уткин, и помогает мне Василий Соловьев. Да-да, это мы. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Рибери. Лемуши. Она. И защитник получает мяч. Тайво. Игрок не смог удержать мяч. Сезар. Бейе. И пошли, пошли, пошли. Слаженная игра. Судья показывает, ничего не было. Игра не остановлена. Хорошо. Хороший пас. Насри. Лемуши. Рибери. Бейе. Оборона контролирует мяч. Так, здесь у нас вбрасывание. Насри. Ну что, народу много, можно массу комбинаций разыграть. Атака развивается поступательно, но важно быстро принять решение. Насри. Лемуши. Она. Пожис. Насри. Хорошо держится мяч на фланге, но пора пасовать. Сезар. Бейе. Рибери. Сесе. Пожис. Рефери предоставляет команде право пробить штрафной удар. Он в такой опасной ситуации. Только стараться помочь вратарю. Но им это не удалось. Эта команда своего не упустит. Поехали дальше. Счет 1-0. Отправляет мяч вперед. Насри. Она. Бейе. Лемуши. Сесе. Она. Пожис. Голкипер подбирает мяч. Вратарь выбивает мяч вперед. Будет ли гол? Хорошо бы было, конечно, поймать этот мяч, но... А ведь по сегодняшнему меркам угловой это голевой момент. Можно было и забить. Уверенный пас. Она...
Рибери. И обратно. Тайло. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Она. Бейе. Удачно, очень удачно подобрал мяч. Из такого множества продолжений выбрать худшее. Мяч потерян. Опасно. Для Муши. Бейе. Умный пас, умнющий. Сесар. Защитник верно оценивает ситуацию. Арбитр разрешает играть. Не повезло игроку. Наверняка вспоминать об этом досадном промахе никому не будет приятно. Защита играет ну просто феноменально. Тайво. Великолепно. Сесе. Молниеносный перехват. Бейе. Она. Насри. Сочный тайный удар. Возможно, гол. Аут. Бросили из-за рукавой. Ну что ж, у команды есть все шансы для хорошей атаки. Пожис. И еще одна эффектная подача. Близится перерыв. Да, нелегко понять, кто сегодня победит. Хороший перевод мяча в итальянском стиле. Такой подход. Достоин аплодисментов. Отдает точный пас. Такой рискованный удар. Технично вратарь сегодня отрабатывает. Очень технично. Я даже не думаю, что здесь дело в везении. Уж слишком хорошо он читает игру. Хороший пас, но рискованный. Могли перехватить. И мяч. Игра вратаря заслуживает похвалы, безусловно, но нападавший футболист показал еще большее мастерство. Команда начинает отрываться от соперников. Судья не остановил игру. Закончился первый тайм и 2-0. В первом тайме мы увидели немало красивых моментов. И вот начинается вторая половина игры. Прекрасная игра, нападение теряет мяч. Мяч на фланге, можно подавать. Удачный навес. Блистательный гол. Это даже не гол, это недоразумение. Мяч перекатывается через линию ворот, как будто сам собой. И разрыв в счете сократился до одного пункта. Возможно, инициатива перехвачена. Счет 2-1. Разрыв сокращается. Насри. Она. Ля Муше. Пожис. Да теперь как угроза. Классная сегодня игра. Тренер должен быть очень доволен такой игрой команды. И команда начинает уходить в уверенный отрыв. Мамуши. Арбитр не усмотрел в этом эпизоде нарушение правил. Удачно сыграл в подкате футболист. Сесар. Не последний. Продолжается атака. Очень легкий мяч для этого голкипера. Вратарь выбивает мяч.
очень своевременный перехват. Сезар. Тайво. Насри. Команда идет к штрафной. Лемуши. Бее. Она. Прекрасная игра защиты. Он перехватывает пас. Мяч как будто приклеен к ногам. Красивый отбор. Футболист бьет головой. Хороший удар. Рибери. Обокрал соперников. Ну бей же. Не смог он удержать мяч. Судья показывает угловой. Ложись. Так, замечательно. Он штрафной. Один на один с вратарем. И еще один гол. Подойти еще ближе означало бы войти в ворота прямо с мячом. Но его никто не остановил. Отличный гол. Уже второй для него сегодня. Счет 4-1. Сопернику придется потрудиться, если они рассчитывают спастись. Удар был неточный, мяч прошел очень далеко от ворот. Нет, не получилось. К сожалению, ему очень сильно мешали. Удар пришелся мимо ворот. Сесе. Лемуши. Ну же, какой шанс! Но явно поторопился, но не стоило так спешить, чуть-чуть бы притормозить. Уж очень он старался забить еще один гол, но вот не получается. Какой стремительный прорыв! Сесе, ложись! Насри. Короткий, резкий удар. Не получился удар. Да это какой-то табун защитников. Они затоптали его. Он пытался пробить. И пробил. Молодчина. Позволение сказать подкат. И нечего жаловаться. Очевидно, что это желтая карточка. Да просто невообразимый пас. Ну вот простое эффективное решение. Подкат сыграно точно в мяч. Замечательно. Какой воинственный подкат. Можно играть. Ложись. Какое сражение за мяч. Конечно же, надо иметь хорошую позицию для удара. Нужно еще и пробить. Прекрасная игра защиты. Тайво. Кана. Игрок возвращает мяч партнеру. Бее. Тайво. Очень важный перехват. На высоте сегодня защита. Неудачный вышел пас. Сезар. Как они мячик-то перебрасывают. Теперь мяч у защитника. Да, это футбол. Контактная, жесткая игра порой. Бее.
Для Муши. Пажис. Ну давай, мяч уже деваться некуда. Каким голом можно и нужно гордиться. Мяч влетает в верхний угол ворот стремительно, точно, и команда ликует. Рискованный подкат, но защитник добрался до мяча. Похоже, вратарь сегодня стоит на воротах только для красоты. Ой, как неудачно. Очень обидно выпускать такие моменты, но так сыграно, так сыграно. Бее. У защиты проблема. Тайво. Какой нерасчетливый подкат. Насри. Пажис. Сисе. Бее. Насри. Ну давай же, давай. Вратарь спасает ворота и удерживает мяч в руках. И мяч отправляется вперед после сильного удара голкипера. Рибери. Она. Можно играть. Остался только вратарь. Какой шанс изменить счет. Вратарь берет этот мяч, и именно он обрывает атаку противника, а не судья. Очень опасный момент матча. Увы, мяч попал в штангу. Уже мокрый от пота голкипер не может перевести дыхание, потому что ему приходится отбиваться от такого количества атак. Вратарь бросается на мяч. Арбитр показывает отворот. Матч окончен, мы, собственно, игры на сегодня не видели. Одна команда буквально высекла другую. Счет 5-1. Легко и чуть ли не с песнями игроки победившей команды.